you part 2 a sing sang sung bit sink sank sunk Тонуть. sit sat sat сидеть sleep slept slept спать smell smelt smelt пахнуть speak spoke spoken говорить spell Спелт, спелт. Произносить по буквам. Спенд, спент, спент. Проводить. Сплит, сплит, сплит. Расщеплять. Спойл, спойлт, спойлт. Портить. Part four. Exercise one. Петь, напевать, квакать, кукарекать, каркать. Sing, sang, sang. Ей нравится петь. She likes to sing. Он пел красивые песни вчера на концерте. He sang nice songs yesterday at the concert. Ты споешь для нас. Will you sing for us? тонуть, погружаться, понижаться, снижаться. Уровень воды. Sink, sank, sunk. Я надеюсь, что доллар будет продолжать падать. I hope that the dollar will continue to fall. Кровать была такая большая, казалось, в ней можно утонуть. The bed was so huge, It looked like you can sink into it. Мой кораблик утонул в луже. My ship sank in the puddle. Сидеть, садиться, высиживать птенцов, находиться, быть расположенным. Sit, sat, sat. Садитесь, пожалуйста. Sit down, please. Он пришел и сел рядом со мной. He came and sat beside me. Мы много разговаривали о нашей работе. We talked a lot about our work. Я сяду с закрытыми глазами и буду мечтать. I will sit with closed eyes and dream. Засыпать, спать, ночевать. Sleep, slept, slept. я сплю примерно по 9 часов в день. Если нет, я не очень хорошо себя чувствую. I sleep about nine hours per day. If not, I won't feel well. Я надеюсь, что сейчас я буду спать лучше. I hope that now I will sleep better. Урок 14. Устная практика. You can use cards or the DVD flashcards Friendship, Love for this topic. It is stupid to get married until you are 25. Глупо жениться, выходить замуж, пока тебе не исполнится 25 лет. Marriage is hard work. Брак – упорная работа. Answer yes or no. Explain your opinion. Согласны ли вы с этим? Объясните свое мнение. All happy families are happy in the same way, but each unhappy family is unhappy in its own way. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Но каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Рекомендации по изучению курса. Разговорный курс English Creative состоит из более 40 уроков. Он направлен на создание системы знаний по грамматике, необходимой для разговорной и письменной речи. Также с помощью курса расширяем словарный запас. Курс состоит из теории объяснение материала каждому уроку, и упражнений. Если материал по некоторым темам вам покажется знакомым, упражнения по ним можно не выполнять. Курс рассчитан для уровней владения английским от beginner до upper intermediate. Соответственно, чем ниже первоначальный уровень, тем больше заданий рекомендуется выполнять. Ко всем упражнениям составлены ответы. Вы сможете сами проверить свои знания. Также подробное объяснение материала можно найти на сайте englishcreativebooks.io в разделе «Видеоуроки». Прежде чем приступить к изучению курса, заведите себе тетрадь А4. Стикеры, небольшие листочки для быстрого изучения новых слов. Маркеры. Минимум 4 цвета. При конспектировании материала цвет усиливает запоминание информации. Поделяйте различную информацию различными цветами маркеров. Старайтесь задействовать разные типы памяти. Зрительную моторную при написании и выделении маркерами информации. Слуховую. Проговаривайте слова. И предложение вместе с диктором. Ассоциативную. При запоминании слова придумайте к нему образ. Ситуацию. Не ленитесь рисовать карточки, используя маркеры. Вы можете переписывать новые слова вечером, а на утро приступать к их запоминанию. В среднем около 50% записанных с вечера слов остаются в голове на утро без специального заучивания. Итак, пример. To teach. Обучать. На лицевой стороне пишем слово, на обратной стороне его перевод. Слово выделяется каким-либо маркером, например, желтым. I would like to talk to you. Я бы хотел поговорить с тобой. Этим же способом вы можете запоминать различные предложения, конструкции и так далее. На утро возьмите написанные вечером карточки. Поверните их стороной с русским переводом. Если вы сможете назвать английский вариант слова, отложите эту карточку в сторону. Те карточки, которые вы не смогли назвать, отложите в отдельную колонку. Таким образом у вас образуются две стопки карточек. Выученные откладывайте в сторону. Можете время от времени их повторять. Те карточки, которые вы не выучили, просматривайте до тех пор, пока их не запомните. Не забывайте, что прежде чем писать карточки, необходимо проговорить с диктором правильное произношение слова минимум два раза. Итак, подведем итог. Как работать с курсом? Конспектируйте материал к уроку. Объяснение материала. Приступайте к работе с разделом Упражнения. Там также могут встречаться правила. Обязательно изучайте их и выделяйте все правила. Новые слова и выражения сначала проговариваем вслух, затем фиксируем на карточках. На следующий день заучиваем слова и приступаем к упражнениям. Если вам сложно, прослушайте сначала ответы, а затем на их базе делайте упражнения. Упражнения делайте письменно. Для выполнения некоторых письменных упражнений, как в уроке 3 и 4, отключайте звук компьютера. Ответы к упражнениям можно закрывать листом формата А4. Если вы хотите вернуться к списку упражнений, а не в начало диска, доведите ползунок до конца данного упражнения, и компьютер автоматически приведет вас к изначальному списку упражнений. В некоторых уроках вы найдете раздел «Разговорная практика». Желательно найти партнера, который будет вас слушать, вас и ваши ответы, а также с которым вы можете практиковать устную речь. Вы сможете переводить предложения с русского на английский еще и устно. В курсе даны ответы. Таким образом, он сможет вас проконтролировать. Устная речь, даже с ошибками, помогает преодолеть языковой барьер. Регулярная практика поможет оттачивать скорость понимания и скорость вашей собственной английской речи. Итак, желаю успехов в изучении курса, а также надеюсь, что английский станет для вас не просто учебным предметом, а настоящим хобби. С уважением, составитель курса ⁇ Быстрого Марина ⁇